Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Баюн Time to Roblox. Ну вообще вы на канале на этом. Сегодня мы будем с вами создавать всяких роботов. Подождите, сейчас я в своих колонках потише сделаю, а то это что-то как-то громко. Вот так пойдет. Ну и сегодня вы должны поставить лайк за этого усатого чувака. Извините, камера очень багает. Вы должны подписаться на канал. Под видео есть такая красная кнопка. Вы должны на нее нажать. Так, микрофон. Должны на нее нажать. И еще там есть серый лайк. Ну, такой палец вверх, вот такой вот. Вот. Вы туда нажимаете. Он становится синим. Когда вы туда нажали, это хорошо. А когда он серый, это плохо. Ну, не знаю, у кого-то может быть серый. Короче, красная и серая кнопка пальца вверх, это плохо. А красная красная кнопка подписаться еще хуже. Так что надо нажимать. Так, я как сегодня сказал, мы с вами будем делать роботов. Роботов, которые, возможно, будут злые. Возможно, будут добрые. Да, блин. Я тут уже разобрался, поиграл. Спать мы здесь не будем. Мы будем пить кучу кофеина. Кофе, то есть. Кто не понял. Так, сейчас мы создаем робота. Раджи. Блин, поставим его. Я сказал, поставим его. Вот. Мы пошли, получается, что нам здесь нужно делать? У меня дверь закрыта, да. У меня дверь закрыта. Это очень важно. У нас есть пистолет. Это на всякий случай, если робот взбесится. Либо превратится в зомби. А это может быть, так что... Лучше с этим не шутить. Все, я вколол фиолетовый драйвер. Драйвер, или как это правильно, я не знаю. Но вы поняли. А, вот это что такое? Что вот это такое? Да, блин, я опять хочу кофе. Блин. Надоело уже кофе. Кофе с молоком, блин. Да и такое кофе. Итак, все, сейчас мы вколуем вот эту вот штуку. Сейчас я все подробнее расскажу. Вот эта вот штука, нам нужна, чтобы в него вкачивать интеллект. Вот это вот, чтобы мы не уставали. Ну, это понятно, да? Это, чтобы из него... брать масло и потом нести на... Там специальная фигня есть, короче, ее как-то там копировать. Ну, чтоб это, типа... Ладно, не буду пока брать от него масло. Фиолетовый... Да, иногда бывает вот такая вот штука, не удивляйтесь. Это у меня уже было, потому что я в этот режим играл. Так, я вколол, да, я вколол драйвер. Свет вообще выключился. А, вот. Что, я могу выключить свет? Это, кстати, иногда влияет на то, что вот это вот влияет на то, что он может стать либо больше, либо маленьким, смотря как повезет. Здесь вот чисто ты вкалываешь рандомный драйвер. Кстати, у меня новый скин, поставьте за это лайк. Это обязательно. Почему я не здесь такой? Потому что есть такая анимейшн. Так, драйверс. Вот здесь, кстати, лечебный драйвер. Этот драйвер будет нужен будет, если робот взбесился. Но он может иногда не помогать, он может взорваться из-за этого. Так что надо будет поаккуратнее быть. Он вот просто, я не знаю, не какие-то все странные иногда бывают. Очень странные. Вот даже такой вот. У него только что светились глаза. Ко мне никто зайти не может, я могу к нему зайти, потому что у него, вот видите, здесь можно контролировать все вот это вот. У него открыта дверь, поэтому я могу к нему зайти. Вот здесь, сюда я не могу зайти, а вот, вот эти все потыкать я могу. Так, ладно. Сейчас подойдем к... Вот видите, он может стать зомби вот таким вот. Но если робот был плохим, он тебя кокнул, тогда это... Ты будешь зомби. Ну вот я же говорил.
включаем свет. Видите, здесь еще всякие вот эти вот появляются. Типа шипы растут, и он какой-то прозрачный стал. Ясно, у меня получился зомбарь. Это плохо. Это очень плохо. Сейчас мы его с нашего пистюля мокнем. Чтобы он не натворил делов. В принципе, мы таким методом можем затроллить других. Я вам сейчас покажу, как это сделать. Иди сюда. Здорово, здорово, иди сюда. Иди сюда. Мой клоун, блин, прошлый. Так, я сейчас... Вот такая вот она роблокская жизнь. Вырастил бороду, оказывается, это тряпка. Так, вот так вот. Смотри, мы его выпускаем. Вот так вот. Алле, давай, выпускайся. Все, пошли. Пошли за мной. Можно так затроллить других игроков. Это очень легко, в принципе, сделать. Смотри, сейчас его чуть кокну. Эй, здорово. Иди сюда. Сюда иди. Хороший зомби. Иди сюда. Вот. Давай, давайте. Давай. Да, блин, ты не на меня. Ты на меня агрись. А, все, его размочили. Это мое творение, так что я его должен, по идее, потереть. Но кто его кокнул, то ты потирай. Хотя нет, я лучше. В принципе, ничего такого. Так, а это я почему не потираю? Вот это вот я не могу потереть. А, нет, потер. Мне кажется, ли тут у кого-то взрывался робот? Не, вот серьезно. Ну, мойся. Помылся. Наконец-то. И вот эти вот лужи вообще баганые. Иногда вообще не моются. Вот ни в какую не моются. Ну, блин, мойся. Вот видите, они какие баганые. Вот чисто баганые. Очень сильно. Их отмыть не могу. Ну, короче, если не утирается, не надо их утирать, в принципе. Мы сейчас создаем нового робота, нам вообще на эту лужу, в принципе, напугать. Так. О. Бот 8877. Так. Вот так вот. Все, здесь стой. Они могут быть, кстати, добрыми, могут быть злыми. У них может появляться пистолеты на этих мечи. Вот. Ой. Перезарядка. Что, блин? Что это? Боже мой, что происходит вот здесь? Вот я пить опять хочу. Кофе хочу. Блин, я же забыл, я же это. Меня кокнули, у меня теперь кофеина нет. Кофе. Срочно нужно кофе. Я сейчас, кстати, вам покажу, где мне надо пить кофе. Вот здесь вот. У нас есть кофе. Оно очень нужно. Я буду делать вот так. Я люблю так делать. То есть это мое любимое занятие. Кофеин. Пьем мы кофеин. Так. Кофе с молоком, нет ничего лучше. Если что, вот эта вот штука, вот это вот, это за робакс. Или нет, подожди, я ее, по-моему, брала на робакс. Подожди. Да, с робакс. За бургер, блин. Вы... Роблокс. Ты... Че, брешь ли? Ну... Ладно, сейчас не об этом. Сейчас я потеру эту лыжу, меня не задолбали, потому что так бы я ее не потирал. Да, блин, как тут под нее настроиться так? Ай, не вытирайся. Ну и ладно, от этого вытереться. Но, я говорил, они баганые, так что, ну, смысл нет. Как и у меня сейчас камера. Наверное, капец как багает. Я это тоже не могу вытереть. Как же меня это бесит, если честно.
Так, сейчас мы ему воткнем вот эту штуку. Блин. Чё? А, у меня есть какая-то фигня. Что, блин? Ладно, пошли, начнем нормально. По-моему, это просто такая фигня. Хотя драйвер. Драйвер. Мы, если что, в космосе, поэтому здесь написано spaceship. То есть космический корабль, другими словами. Ну, если по-русски. Тыкаем драйвер. Если честно, я себя плохо слышу. Кстати, вот тогда вам нажимайте на кнопочку подписаться. Вот эту красную, которая злая. Вы должны просто ее... Что вот это вот? Что? Стоп, она плохое, подожди. Подожди, это голова чего-то робота застряла вот тут. Вот. Я ее обязан просто уничтожить. Что-то, по-моему, безуспешно, она на меня загрелась. На меня загрелся. Нифига себе, быстрый. Ладно, пофиг. Ставим робота. Втыкаем эту штуку. Лучше это делать стоя. То есть, когда он... Где он воткнул? А, да, я ему воткнул. Вот, видите, у него появляется пистолет, и он начинает потешмалять. Вот второй появился. И он, по идее, сейчас злой. Нет, он нормально. Он нормально, он просто пуляет. Через стекло он нам ничего сделать не может. И это хорошо. Вы просто обязаны подписаться. Ладно, зачем я это говорю каждую секунду? Я не знаю. Ладно. Ну, все-таки подпишись. Обязательно. Надеюсь, ты подписался. Короче, наверное, будет завтра стрим. 4 часа по московскому времени. Еще он может вот так вот зарываться. Да блин, это голова повсюду просто. Ну, скорее всего, я, если честно, не уверен, успею я, не успею. У него крылья или пистолеты такие? Подожди. Да, это у него крылья. У него крылья. Если это у него крылья. Да, я опять кофеина захотел. Мужик, тебе не надоело кофеин пить один? Я уже всю чашку выклокал. Как я это делаю? Когда я успеваю? Так, ладно. Так, стоп. Я ходил туда, чтобы сделать ничего. Да у кого-то опять бомбанул робот, или мне показалось. Он того, наверное, чувака бомбанул. 23 Цельсия. Напишите в комментах, у меня там есть колокольчик? Когда вы нажимаете кнопку подписаться, там есть колокольчик. На него тоже нажмите, если он там есть. Если нет, напишите мне об этом в комментах. Нифига себе, какой элитный нам попался. Подожди, это как? Смотри. Сравним песты. Смотри, здесь какой, это как? Магия. Магия Roblox. Что еще от него ожидать? По-моему, есть похожий режим, только там ты в офисе работаешь, а здесь ты ученый. И где мой робот? Я в свою лабораторию зашел. Да. Блин, бомбанул что ли? Ладно, сейчас воткнем вот это вот ящество. Вот в это вот фиолетово. Бот 4-4-4-4. Короче, 4-4 не хочу. 4-4. Вот он может вот так вот тупо прыгать. Вам он будет не агрессивный, он может просто прыгать. Вот эти вот все зелья на рандом. Я не могу их контролировать. Я тут что-то еще понажимал. Короче, нет, не как-то. Вот
Что вот это вот значит? Кто знает? Я не знаю, что вот это вот значит. Может, кто-нибудь играл это? Вот. Уничтожьте вот это вот. Это... Ты зачем его вытащил? Ты чё? Ладно. Какому-то чуваку я испортил проект, ну и ладно. Прикол. Сори, погоди, напиши ему сори. Так, у меня какой сори. Блин, по-моему, я его достал вообще. Думаю, ты чё, придурок? Сори. Он не знает, как налить кофеин? Ты чё, серьёзно? Не знает, как налить кофе? Так, начнём вначале молока. Почему молоко такого цвета? Погоди. Чё? Молоко цвета как кофе? Что за ученицкие штучки? Я что, тут один пью молоко, что ли? Я определяю кофе с молоком, смотри, сколько кофе, сколько молока. Недавно тут было вот прям совсем чуть молока и много кофе. Это как? Да ладно, пофиг. Так, втокнем сейчас в него вот эту штуку. Что она сделает с ним? Что? Это очень важно знать. Что она с ним делает? Ну вот запомнили, да? В 4 часа будет вечера по московскому времени. Будет, наверное, стрим. Но я не уверен, но скорее всего. Ну, если что, посмотрите. Кто не знал, я живу в Иркутске. О, нет. Подожди. Да, блин, опять свет показа задолбал. Но по московскому времени будет 4. Это я так, чтобы знали. Кофе нету. Да, блин. Я задолбался уже тут все решать. Дай кофе купить. Кофеин зло? Ну как вкусно. И к тому же кровати здесь нет. Что? Обязательно было на меня агриться, а? Вот обязательно было на меня агриться, ты... Давайте вот под этой серией наберем 2 лайка. За счетом того, что это я поставлю, так что... Так. Он не агренный, не агрится. Не смертельный, чего я могу толкать, ему вообще пофиг. Он меня не кокает. Вот просто пофиг. Чисто пофиг. Пошли ему, у него к нему еще один драйвер. Драйвер или драйвер? Не знаю. Подожди, а вот это что такое? Кто не знает? Я фиолетовым цветом. Чего, блин? Я хочу сделать так, потому что мне этот ученый не нравится. Тун-тун-тун-тун-тун. Мне этот ученый не нравится, я хочу за такого играть. Какой-то стрёмный. Я ждала, пока меня кокнут. Так, подожди, что я могу тут? Мне нравится, если честно, лысый, который такой. Сейчас покажу. О, вот это крутой. Я люблю за такого играть. Так, ладно, сейчас возьму пистолет. Свой. Пуколку свою. Как говорится. Возьму кофеина на дорогу. Кофе. Мой любимый кофе. Который сделан из тряпок. Как и моя борода. И волосы тоже, которых практически нет.
Я мог бы быть полностью лысым. Но я понимаю, что я пою какую-то фигню. Поэтому какая разница? Ну да, в принципе, какая разница? Мы с тобой просто с искусственной бородой, блин. С такой вот, ну, пацкой улыбкой. Хотя чего улыбаться? Тебя постоянно может хокнуть какой-то вот такой вот робот. Подожди, я взял же драйвер. Я не знаю, зачем я сделал, если, по идее, я должен это вот делать вот так. Чтобы он вот так вот стоял. Потому что он может любой, вот я его как в окно, он сразу может на меня загреться. И все, минус я. Ой, да блин, не хотел я подтирать пол. Почему эта голова до сих пор за мной летает? Это что? Это мой подписчик, что ли? Это вы знаете, какой ютубер такие за тобой постоянно ходят подписчики. Так вот эта вот фигня тоже самая. Смотри, я вот от него пытаюсь убежать. Он просто вот за мной, смотри, это что? Загрызи на кого-нибудь другого, пожалуйста. Пожалуйста. Да ты... Загрызь на кого-нибудь другого, поже. Вот, на этого чувака. Быстрее, бери драйвер и все, и улететь. Да. Ох, ух, эта фигня от меня отстала. Наконец-то, блин. Если честно, чуть напрягало. Так, вот. О, вот, да, вот такие штуки, что даже бывает. Я вот... Чисто я играл. Иногда. Так, ладно, подтирал за собой и ушел отсюда. Потому что меня может заметить эта башка, которая меня бесит. Такну себе... Такну этому роботу драйвер. И делаю из него настоящего киллера. Возможно. Черт, я профукал своего робота. Я не хотел. Бобби робот. Да блин, да ладно, все равно. Все теперь нормально. Можно продолжать. Тебе хана, Бобби. В смысле, ноу робот? Есть же робот. Вот. Ладно, я сейчас сделаю это как настоящий нуб. Ну, а кого это волнует? Так. Чё бы нам ещё с тобой воткнуть? Какая-то неинтересная серия. Где интерес? Интерес где? Ладно, пошли ещё воткнём ещё один драйвер. Вот этот вот. Я даже знаю, кому мы его воткнем. Воткнем мы его вот этому мужику. Втыкайся. Втыкайся. Да, блин. Иди сюда. Втыкни в него драйвер. Втыкни. Ты не попьешь в этот день кофе. Нет, даже не думай. Даже не думай пить кофе. Нет, я тебе не дам попить кофе. Не дам. Втыкайся. Да ладно, пофиг. Эх ты, ученый коллега. О, давай в него. Да блин, ладно, пофиг. Он слишком быстрый, я не хочу за ним бежать. Я ж такой лысый. Полулысый. Нуб. Полулысый нуб. Самое смешное, что я же видел в своей жизни. Слышал. Не видел, а слышал. Втыкаем. Втыкаем. О, все. Беги. Угу. Лучше бежать. У него заспаунился пистолет, потому что... Вот он. Гуляет на меня. Он агрессивный, нет? Ну-ка, давай-ка проверим. Нет, он просто пуляет пули. Ладно, это просто пулемет какой-то. Буду его звать пулемет. Потому что первый его драйвер заспавнил ему пулемет. Пистолет.
Пистолет, просто пистолет. Буду его звать пулемет, так что... Здорово! Кстати, у меня есть на плече такой вот монстрик-инопланетянин. Напишите в комментах, как его назвать. Такой, знаете, монстр. Такой маленький монстр четырехглазый, который из вселенной X. Ладно, я не знаю, из какой вселенной, но будем считать, что из вселенной X. Напишите, как его назвать. В следующей серии я его покажу. Которая сразу же выйдет после этой серии. Я сразу начну пилить новый видос, наверное. Потому что мне скучно. И, кстати, давно не было видосов. Наверное, вот эти вот все каникулы я буду просто пилить видосы. И буду стримить. Надеюсь, у меня это получится. Я не уверен, но надеюсь. Так, тыкаем, тыкаем, тыкаем. Беги, 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 беги. Фу. Не, он не агренный. Он наоборот, он счастливый. Он радуется жизни. Я что-то не уверен, что он радуется жизни. Давай-ка проверим. Давай. Нет, он радуется жизни. Это хорошо. Я хочу кофеин. Я его выпил. Все, пошли. Пошли, воткнем его новый драйвер. Он хороший. Пока этот робот. Но это пока. Запомни. Ой, кого-то добомбанул робот. Надеюсь, не у меня. Не знаю, слышали вы или нет. Но я лично слышал. Что, блин, у меня... Я такой попрыгнул, у меня флешка этот драйвер воткнулся. Кстати, я хочу тебе еще кое-что показать. Вот есть такая лаборатория. Здесь мы можем хранить наши драйверы. Рандом. Ну да. Тут мы можем... Так, это вот моя фигня. Я могу сюда здесь свои удачные эксперименты вкладывать. Потом я могу брать масло. И вот сюда его нести. И оно мне будет печатать драйвер. Это будет мой как удачный эксперимент. Ну, вроде как. Я не знаю, какие здесь удачные, какие нет. Если тебя почти постоянно получается робота убить. Ну ладно. Да, пока робот счастливый, пока он радуется жизни. И пока у него два пистоля. Зачем-то. Зачем тебе два пистоля, если ты радуешься жизни? Ты мне скажи, пожалуйста. А? Пистолет мэн, блин. Что? Ну, видите, мне кажется, он чуть-чуть не изменился. Так кажется. Так, ладно. Черт, да блин! Нет! Я еще одного робота профукал. Ну хватит я уже. Роджер, Роджер. Роджер, Роджер. Че они все такие одноразовые какие-то? Роджер, Роджер. Там какой-то этот новый. А с таким уж и не играл. Пиу, 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 пиу. Стоять, полиция, полишион, ученый полишион. Скажите мне, пожалуйста, вы кто, нуб, что ли? У вас там синий драйвер стоял. Полишион, синубов, синуб. Полишион, синуб, синуб. Don't touch robot, don't. Ладно, я так себе обличаю. Но, все-таки чуть-чуть знаю. Вообще правильно полис. Чего я несу? Не знаю. Да блин. О, синий! Синий драйвер! 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 Маравер! Ну ладно, не знаю. Ишь, такая баганутая камера. Возможно, скоро я это исправлю. Но это не точно. О-о-о-о-о-о-о-о! Он на меня. Загрелся, это робот. Это робот киллер. Киллер, да? Давай проверим. Да. И у меня в лаборатории заспаунился зомби.
самый крутой эксперимент. Зачем я это сделал, если я знаю, если он тебя обижит, это значит, что он плохой. Так как бы каждому, наверное, да было известно. Извините за выражение. А если я попробую? One second. What? Что? Я не знаю, почему закашу. А что? Спайки. Так, ладно, продолжаем. Что будет, если я воткну драйвер вот этот вот в вот этот вот нашего друга? Открывайся, в смысле. А, это не моя комната, у меня же тоже самбарь. Точно такой же. Подожди, иди сюда, падла. Падла, иди сюда. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, на. Так, 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 беги, 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 беги. Все. Опа. Сейчас мы смотри, как его обманем. Оп-оп! А камалани, камалани, анаванча. Да закрывай, закрывай. Фу. Давай попробуем его поставить. Не, поставить я его не могу, к сожалению. Так что иди за мной. Иди за мной, падла. Падла, иди за мной. Да иди ты за мной. Иди со мной. Иди за мной. Давай. Заходи сюда. Ну блин, то капец ты медленный, тот какой-то вообще быстрый. На-на-на-на-на-на-на-на. Да блин, на-на-на-на-на-на-на. Все, теперь нормально. Теперь нормуль, теперь надо это осталось вытереть. Это не утирается. Вы серьезно? Ну, со всеми бывает. Радер. Ты модер. Так, смотрим на его реакцию. Смотри. Бум, хорошо. Ты прикалываешься. Давай, беги. О май гуд! Да блин, надоел. Чё у меня робот этот? Кекер получился. Подожди, сейчас мы на кекере ему. Я знаю, как мы сейчас сделаем. Подожди. Кофе! Кофе. Обожаю кофе. Как же я его люблю, в кавычках. Ну, блядь, я тоже люблю кофе. Так, что у нас? А, вот, все, сейчас мы будем троллить игрока. Я знаю, как мы будем троллить. Потому что, видите, у нас робот Мемер Кетер. Смотри, агрись, на меня, На меня, Павла, агрись, да блин. Он из-за того нагрелся, и он это... Я хочу всего лишь затроллить игроков. Почему у меня вот такие роботы не спавнятся? Да ты его не прорвешь через стекло, нуб. Иди сюда. Вот, теперь его пробивать. Хе. Смотри. А. О, давай, иди ко мне. Не пестика, дед.
Пацан, спасай! Спасай, типа, кричу ему, чтобы меня спас. А сами вот так вот смотри сделаем. Иди сюда. Да, блин, вы его мубнули. Пусти меня, братан. Братан, пусти меня. По-моему, на меня все обиделись, то, что я сделал такого робота. И выпустил его наружу. Я не хотел. Ладно, давайте еще один хороший экспериментик. И все. И на этом закончим. Хороший, в кавычках, это значит очень плохой. Потому что изобретатель я еще тот. Если вам понравилась эта будет серия, тогда давайте на этой серии наберем 2 лайка. Блин, я, по-моему, это уже говорил. По-моему, я это уже говорил. Ай, какая разница. Кофе же со мной. Я кофейный задрот. Кофейный задрот. Подожди, кентер, вот. Так, возьму пистолет. Это на план X. Если не получишь своего робота. Вот, вот. Что это для плена? Откройте дверь. Это нужно на план X. Прям обязательно нужно. Для того, чтобы увидели, что было с тем роботом. Роджер, Роджер. Санта-Клаус, гони подарки. Подарки гони. Ты чё подарки не даришь? Гони подарки, подарки, подарки. Я тебя зачем сюда призвал? Гони подарки. Скучно. Чего, блин? Это как? Вот так вот? Вот так вот. Что? За... фигня. Что это? Братан, ты точно себя хорошо чувствуешь? Что-то я вообще сомневаюсь. Желтое. А что, каждый раз, когда буду подходить, ты будешь менять цвет? Первый раз вижу в этой игре, как все меняется. Так. Если честно, по-моему, получается скучная серия. Это мой драйвер! Драйвер мой! Да блин. Ну. Врубаем. Врубаем. О, фиолетовый. Ничего себе, фиолетовый. Это редкость. Это прям очень редкость. В скобочках нет. Так, он стал призраком. Мы его ставим. Вытыкаем. Втыкаем. У него белые глаза. Подними глаза, и увидишь белые глаза. Это я ему... Ну вот обязательно было бомбить прямо сейчас. Вот зачем ты бомбанул, а? Вот ты мне скажи. Зачем ты бомбанул, робот? Я ж тебя просил, не надо. Ну вот, блин. Его прям... Надо было... Я понял, из-за чего вы... Он взорвался. Потому что вы не поставили лайк. Это обязательно. Сейчас я вытеру, и мы на этом закончим. Я уборщик. Уборщик века. Уборщик века. Уборщик века. Уборщик века принимается за работу. Уборщик века. Уборщик века. Который не может потереть пятно. Так. Выходи ты. Ну, подожди. Надо выбрать идеальную позицию. Вот так.